Итак, всем привет, это Gadget X. В начале следующего года компания Alcatel планирует выпустить новый долгоиграющий смартфон, и им станет Alcatel K10 с аккумулятором емкостью 11 тысяч мАч. Ух ты, так недалеко и до 20. По заверениям производителя, в совокупности с интеллектуальной системой управления потребления энергии, батарея позволяет аппарату работать более одной недели без подзарядки. Также известно, что гаджет получит широкоформатный экран с соотношением сторон 18:9, 6 ГБ оперативной памяти и накопитель на 64 гигабайта. Большой аккумулятор позволит не только Alcatel K10000 долго работать без подзарядки, но и в случае необходимости пополнить запас энергии других устройств. Практически всю переднюю сторону будет занимать 6-дюймовый дисплей с разрешением 2160 на 1080 пикселей. Задняя крышка будет выполнена из натуральной кожи австрийского теленка. Ух ты, елки зеленые, ничего себе! Там же расположится двойная основная камера, сканер отпечатка пальцев и фронтальная камера также будет двойной. Производитель показал на видео внешний вид нового телефона. И характеристики, значится, у нас Alcatel K10 такие. 6-дюймовый дисплей с разрешением 2160 на 1080 пикселей, 18:9 соотношение сторон, 6 ГБ оперативной памяти, накопитель на 64 ГБ, двойная основная камера, двойная фронтальная камера, аккумулятор емкостью 11 тысяч мАч, задняя крышка из кожи австрийского теленка. Вот так вот.